доброго времени суток. Сейчас мы пойдем добывать в Японском море дальневосточную песчанку. Это город Находка. Вот то у нас смотровая площадка. Это обыкновенный городской пляж. Вот. Там дальше стоят кораблики, там порт. А вот это море. А в море водится очень вкусный морской деликатес под названием песчанка. Сейчас мы его попробуем найти самым примитивнейшим способом. Так, песчанка в определенное время подходит к берегу поближе. Почему ее называют песчанкой? Она закапывается в песке. С виду похожа на обычную ракушку, но очень-очень даже вкусная. Вот. И сейчас мы пойдем ее искать. В июле месяце она вот подходила сюда очень близко к берегу. Сейчас она держится подальше от берега, песчаночка. От этого нам вот нужно будет отойти подальше, чтобы ее найти. Вот. Пойдем подальше за песчанкой. У берега очень много пустых ракушек в береговой зоне. О, хорошая водичка. Ну вот, сейчас будем дырять, искать песчанку. Но сначала мы... Звук, кстати, не очень, потому что у меня маска одета. Нос под маской. Главное найти определенные дырочки. Дальше мы будем просто копать. Можно, конечно, взять что-то длинное, типа отвертки. Протыкать, найти ее. Ну, я, скажем так, попроще. Ну что, поехали? Вот она вкуснятина. Вот так вот они находятся. Здесь мы видим плантацию. Около 6 дырок. Вот на этой вот плантации находится. Сейчас мы их будем методично
вот таким примитивным способом туристическим доставать. Вот. Вторая вот побольше. Вон уже две песчаночки у нас. Вот. Будет что покушать. Все это прямо в городской черте города Находки. Вот так вот. Таким примитивным способом. Нам, конечно, их не на продажу заготавливать, но для себя можно поймать. Вот. Видите? Еще одна песчаночка. Я немножко песчанок. Вот они, красавицы. Вот. В принципе, как бы достаточно. Так, покупаешься, понакопаешь песчанок. Все это на городском пляже Находка. Вот, все видно происходит. Такое длинное мелководье. Волна поднимается. Вода, конечно, мутноватая здесь, потому что тут весь пляж, все, кто знает, все копают этих песчанок. Ну, а я сейчас вам, уважаемые зрители, покажу. Я вам сейчас покажу, как это все готовить очень даже простым и незамысловатым способом. А я сейчас вам, уважаемые зрители, покажу, как готовить песчанок простым и незамысловатым способом. В принципе, готовить их вообще не надо. Надо просто тупо есть сырыми. Вот и все. Вот такое оно, Японское море. Мы уже ездили. Мидий там половили. И все такое. Но это уже совсем другая история. В другой бухте. Вот там вот. В принципе, уже объездил все побережье за годы, которые я живу на Дальнем Востоке. Начиная от Хасанского района и кончая туда Ковалерово, к северным местам.
Так, вот небольшое ведерко песчанок. И сейчас я покажу, как их готовить. Вот, например, любую песчанку можно взять. Вот, например, вот эту вот. Главное взять и... Опа, она закрывается, видите? Главное надрезать мышцу. Хоп. Надрезается мышца. И вот она у нас вся сразу же открывается. Самое главное, песчаночку главное промыть. Видите, почему ее называют песчанкой? Потому что она как бы фильтрует через себя вот весь вот этот вот песочек. Вот. Все остальное, что там есть, практически можно употреблять в пищу. Вот. Вот эти мышцы, которые держат, типа как у гребешка. Вот, все, сейчас мы идем ее промоем, выкинем ее как бы кишочки и будем употреблять в пищу. Вот ее нога. Все тщательно промываем. Вымываем. Убираем ее кишечник, через который она там песок пропускает. Все. По большому счету вот это все лишнее можно выкинуть. И останется только вот такая вот белая, вкусная, сладенькая нога. Вот. Видите? Но я буду есть практически все в сыром виде. Вот так вот в теньке можно наслаждаться вкусняшкой. Вот и все приготовление. Хрустящая. Сладенькая. Ну вот самое вкусное. Вот. Это ее язык такой. Абсолютно в сыром виде. Вода соленая. Вот, абсолютно в сыром виде. Соленая вода, ее можно употреблять. Вкусняшка. Вот. Это, конечно, кайф. В этом плане Японское море с другими морями, находящимися на территории России, конечно, не сравнится. Где еще можно покупаться у нас в России и выловить в городской черте всякого деликатеса, который в западном регионе стоит бешеных денег. Очень вкусно. Все, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. До свидания, до новых встреч.